Всем привет! Сегодня мы с вами изучим элемент балун. Это элемент движения грудной клетки, головы и ваших бедер. Делается он следующим образом. И делается он в паре. Выходить мы будем на него через вот раз головой, кто знает. Давайте начнем. Начнем сначала с грудной клетки, с верхней части. Мы будем двигать его вперед, влево, вернее, вперед, вправо, назад. Влево, вперед, вправо, назад. Обратите внимание, что двигаемся мы только верхней частью. Поясница у нас с вами не работает. Мы наклоняем грудь и плечевой корпус влево. Чуть-чуть закрываемся вперед, только не сильно, да, чуть-чуть. Вперед, вправо, назад. Влево, вперед, вправо, назад. Отлично. Теперь, как работает голова? Мы наклоняем голову туда, куда наклоняется с вами грудная клетка. Но шея мы не работаем, шея просто расслабляется. Подбородок открываем от корпуса. Сейчас пойдем вперед и вправо. Вперед, вправо, назад, влево. Открываем сильнее, открываем, смотрим на потолок, влево. Вперед, вправо, назад, стоп. Отлично. Но это же не все. Помимо того, что мы с вами работаем верхней частью, мы также работаем на нижней. Давайте попробуем отдельно. По счетам мы идем влево, вперед. Вправо, назад. Не забывайте переносить вес тела каждый раз. Сейчас вес тела на правой, на обеих, на левой, на обеих, направо. Угу. Двигаем корпус. Ага. Ага. Хорошо. Теперь давайте совместим. Мы будем работать вместе. У нас вес тела ушел на левую ногу, голова упала налево. Теперь будем закрывать грудную клетку. Закрывать бедра вперед. Вперед. То же самое. Направо. Назад. Влево. Вперед. Вправо. Назад. Влево. Вперед. Вправо. Назад. И стоп. Отлично. Теперь попробуем сделать это плавненько. Звуковой счет будет таким образом. Мы будем на три. На счет три это будет стороны левой и правой. На раз, два это будет вперед и назад. Это будет три, раз, два, три, раз, два. Давайте вместе попробуем с вами. Семь, восемь. И три, и раз, два, 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 три. И раз, два, три. Отлично. А теперь попробуем то же самое сделать в паре. Ставим в паре. Ребята, сейчас мы сделаем тот же самый элемент, который мы делали с вами на зеркало, только в паре. По мужскому ведению мы с вами работаем кистями. Кистями. Руки у нас с вами находятся на уровне груди. Это рамка, мы грудь открыли. Сейчас попробуем следующее. Наша с вами лево, влево партнеры. Мы будем уводить лево. Назад, вправо, вперед, лево, назад, вправо, вперед. По точкам. Можно чуть-чуть совместить. Угу. Девочки, обратите внимание, что у вас двигаются бедра вместе с грудью. Когда мы проходим назад, мы смотрим на потолок. Ага, хорошо. Можно попробовать в другую сторону, то же самое. Угу. Отлично. Мальчики у нас просто стоят. Просто прямо стоят. И работают с партнершей. Отлично. Назад. То же самое. Угу. Ручки не задираем наверх, ручки на уровне груди. Девочки и мальчики, мы держим с вами рамку. Мы работаем только кистями, поэтому получается, что кисти должны быть чувствительными. Угу. Отлично, молодцы. Теперь мы соберем элемент от начала до этого момента. Выведем партнершу валса-поворот и закончим с вами на вашу левую сторону. Начинаем с латерала, с левой ноги. 7, 8, и 3, и 1, 2, 3, и 1, 2, еще. Ага, и поехали. Подготовим партнершу, выведем, и 1, 2, балун, 1, и вывели, 2. Отлично. Теперь отпускаем вашу правую руку. И делаем замах на поворот. И три, и раз, два. Партнерша забираем основной шаг. И три, и раз, два, три, и раз, стоп. Отлично.
Отлично. Еще раз. Посмотрите, пожалуйста, когда у вас партнерша находится в этом положении, вы делаете замах на уровне груди. Три и раз, два. Когда партнерша поворачивается, вы вашей правой рукой забираете ее самую здесь. То есть правая рука уже здесь, и вы забираете в основной шаг. Давайте с самого начала. Семь, восемь, три и раз, два, три и раз, два, три и раз, два, три. И начали. Три, и раз, два, три, и раз, два, один. Баллон, и раз, стоп. Отлично. Поворот, готовим вашу правую руку за спину партнерши. И три, и раз, два, три, и раз, два, три, и раз, два. Молодцы. Теперь попробуем то же самое по музыку. Встаем основной шаг на окно. Семь, восемь, три, и раз, два, три. И начали, подготовили партнершу, замах, стоим на месте, три, и вы, основной шаг, молодцы, и латерал, подготовим партнершу, начинаем мне и баллон. Отлично. Еще раз повторим.